давайте, наливайте чай, можете спрашивать, участвуйте в беседах, комментируйте, мы будем только рады. Да, задавайте вопросы. И очень волнительно, потому что это наш первый опыт ведения именно такого формата, когда мы говорим. Я сегодня целый день думала, что, господи, как я волнуюсь. Впервые не о нотах, а о словах. Думала, что как не забыть говорить. И мне кажется, у вас его очень плохо получается. Сначала. Это обычно то, чем ты занимаешься, поймешь слова. Эльдар хорошо начал. У нас был такой план начать с того, что это неформальный вечер, и мы хотели рассказать о том, что у нас есть название «Там», что переводится с татарского как «рассвет». И для нас обеих встреча стала как рассвет какой-то творческой деятельности, во многом то, чем мы сейчас занимаемся, в новинку. Мы никогда не искали дизайнера для лога, мы никогда не устраивали таких вечеров, и это удивительный процесс сотворчества. У меня никогда не было столько